Доброе утро, меня зовут Григорьев Анатолий, я шеф-повар. Сегодня мы с вами приготовим сытный йогурт. Для этого нам понадобится банан, персик, мед, каша быстрого приготовления и йогурт. Высыпаем пакетик каши быстрого приготовления. Выливаем туда наш стакан йогурта и хорошо все это перемешиваем. Дадим немножко нашей каши постоять, набухнуть. В это время порежем мелким кубиком банан и персик. Фрукты мы можем использовать любые. Клубнику, вишню, все, что нашлось у нас в холодильнике. Мы используем кашу быстрого приготовления, не запаривая ее, для того, чтобы она разбухла у нас в желудке и придала нам более долгое и длительное насыщение. Наша каша набухла, она практически стала густой. Если еще немножко подождать, то она превратится практически в однородную, такую густую, как тесто, массу. Заливаем ею наши фрукты. Обязательно добавим немножко маслечка, для того, чтобы все витамины и полезные свойства фруктов хорошо усваивались организмом. Перемешиваем нашу кашу. Добавим немножко меда. Украсим фруктами. И вот наш сытный йогурт готов. Питайтесь правильно. Приятного аппетита!